А вот ты, Дмитрий. Вот волох богатого болота. Неплохой. Если еще выбрать кусок, образец, да, разрезать его перпендикулярно, нести глиптом. С мелкой графикой и крупной графикой все есть. Много всякого разного. Вот валах нужно найти. Интересный образец, если вымыть. Изрыто все богатое болото. Перерыто. Ну да ладно, пойдем дальше. Ну вот, пожалуй, самое интересное, что из этого корня выпало. Шпат,
под занорной. Кварчик. Какой-никакой образец. Ну, шпат-то играет еще даже. Хорошо. Смотреть хоть есть вода или нет. Коп занора. Ну как без воды-то? Столько мочила. Да. Анталузит здесь. Это то, что доставал. Гранат. А должен быть еще рубелит. Ну ладно, покопаемся. 5 минут. А шпат-то какой изумительный, блестящий. Кварц классный. И все хорошо. Но вода. Вот в таком шпатике я находил гранат прозрачный. Небольшой, правда. 3 миллиметра. Может, 4.
такие дендритики тут. Симпатюлечная. Что этой жиле нравится еще на срезе письменный гранит. Блестит, как не знаю кто.